Знаковые события в истории Первоуральска. Краеведы и ученые собрались сегодня на традиционных шайтанских чтениях. В этом году конференция прошла уже в 23-й раз. Одной из основных стала тема террора и массовых репрессий. Специалисты рассказали о том, сколько первоуральцев репрессировали в 30-е и 40-е годы. Всего в нашем архиве 79 тысяч единиц хранения дел репрессированных. Тема репрессий связана с трагической датой в истории всей страны – 80-летием начала Большого террора 1937-38 годов. Кроме того, на конференции рассказали, например, о работе тыловых эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны, о становлении здравоохранения в поселках. Шайтанские чтения – ежегодное мероприятие. Каждый раз докладчиков собирают в Центральной библиотеке и всегда в декабре, так как 1 числа – день рождения города. Благодаря конференции горожане узнают о родном крае, о судьбах людей, проживающих на Урале, о знаковых событиях или памятных датах. Каждую тему сопровождают выставки книг, фотографий и справочных материалов. Кроме того, в чтениях обязательно участвуют школьники. Они выступают в роли краеведов и учатся трактовать историю Первоуральска.